Привет, друзья! С вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. Сегодня я расскажу про партию, которая принесла мне приз, более-менее неплохой. Она была сыграна в 2004 туре в традиционном мемориале Чигорина. Так, 2004 год. Моим противником был опытный, хоть и моложе меня, международный гроссмейстер Евгений Шапошников. Ну, понятно, что ему эта партия радости не доставила. То есть он считает ее одной из худших в карьере. Организаторы турнира поделили между мной и Юлией Громовой, которая обыграла, не помню в каком туре, международного мастера Николая Куренкова. Поделили приз за лучшую партию. За самую красивую партию. Значит, сицилианская защита, такой вот слон Е2, достаточно редкий. Цель хода — уйти с теории. Я вообще очень не люблю учить теоретические варианты. То есть, поэтому при первой же возможности стараюсь заставить противника, ну и себя заодно, думать своей головой. Вот. Иногда получается, иногда не очень. В данном случае получилось неплохо. Но вообще чаще всего это переходит в обычный шевелинген, то есть белые вряд ли обойдутся без хода d2, d4. Вот. Но вот здесь, то есть для того, чтобы получить паульси, на черном достаточно было сыграть а7, а6. Все равно белым надо играть d4, после cd, как бьет d4, возникает система паульси. Можно было пойти d7, d6. В этом случае возникал после d4, cd, конь бьет d4, шевелингенский вариант. То есть у белок есть достаточно ясный стандартный план. Слон e3, f4, ферзя на g3. Давайте стрелочками вам покажу. Ладью на d1. И потом белый слон идет либо на d3, либо на f3. От чего это зависит? Ну, я так посмотрел, сильные шахматисты играют и так, и эдак. То есть, видимо, от того, какой вариант больше по душе. То есть для того, чтобы играть эту схему, нужно изучить достаточно большое количество партий. В партии мой противник ответил d7, d5. Этот ход очень логичный. Черные ударили по центру. И на ЕД они, конечно, бьют не пешкой, потому что после ЕД d4 черные получают не очень хорошую редакцию изолятора. Сейчас слон выскочит на g5 и пешка d5 начнет попадать под удары. Ладья начнет играть по открытой линии. В общем, у черных здесь однозначно есть определенная проблема. А ход конь бьет d5 выглядит естественным и достаточно логичным. Но здесь есть у белых коварная ловушка, в которую мой противник не попался. Хотя после партии при обсуждении высказал сожаление. Он побил здесь конь бьет c3 вместо того, чтобы взять cd. В чем заключается ловушка? В эту ловушку попался, кстати, гроссмейстер из Кемерово Валерий Филиппов в партии против Юрия Балашова. Белые не бьют, конечно, конь бьет d4. То есть это явно сомнительный ход. После конь бьет c3, bc у них не пойми за что испорченная пешечная структура. А ходят конь b5 с целью просто взять конем на d4 и получить пешечное большинство на ферзевом фланге, в дальнейшем попытаться его запустить в движение. А ловушка заключается в том, что кажется, что черные могут пойти e6, e5. Ну, в этом случае белые просто бьют на e5. На конь бьет e5, играют ферзь, бьет d4. У черных висит конь e5. И конь d5. Как это незабавно звучит. Да что? Так, момент. Все-таки красного правильно выделить, просто он висит. На естественное конь c6, белые просто бьют на d5. И так как после ферзь бьет d5, конь c7 шаг, они отыгрывают ферзя, а на d5 фигуру уже отыграли, остаются с лишней пешкой. Вот. Мой противник избежал возможности. Конечно, ход e5 не обязательный, вот, но мой противник в принципе избежал попадания в эту ловушку. После конь бьет c3, bc, белый центр укреплен, и у них достаточно удобная игра, хотя пешки очень слабые, но черным все время надо считаться, скажем, со слон d3 и dc.
в этой партии у меня было очень творческое настроение. Самый естественный ход здесь, несомненно, слон d3. Очень хотелось победить. Вот. Но ход слон d3 очень естественный, он напрашивающийся. И я слона на d3 не поставил. Я пошел слон e3. И в ответ на рокировку, сейчас dc, конечно, брать глупо. Все еще можно сыграть слон d3 или даже ладья b1. А я повел ферзя на e4. То есть идея в том, что в каких-то вариантах возможен перевод ферзя через e4 на g4. После чего черный король начинает ощущать воздействие этого ферзя. Ну и, конечно, батарея после ферзь e4, слон d3, ферзь плюс слон вынудит ослабление g7, g6, ослабление черных полей, комплекса целого. Вот. До всего этого дела, конечно, не дошло. Черные взяли на d4. На мой взгляд, они поторопились. Все-таки не настолько уж опасен этот перевод ферзя на g4, чтобы отказываться от вполне естественного хода b6. И, конечно, здесь у белых такая инициативная позиция, но пешечная структура очень такая подозрительная. Все-таки вот эти пешки, особенно в эндшпиле, например, могут стать реальными слабостями. Черные, конечно, в какой-то момент разменяются на d4, сыграют конь b4, зайдут за этим слоном, и если им удастся разменять белопольного слона, ну, конечно, у них будет все шикарно. Не исключено, кстати, что они прямо сейчас вот могут так сделать. То есть уже эта угроза появилась. И может быть ферзь g4 играть нельзя. Вот. Впрочем, всего этого в партии не случилось. Мой противник разменялся на d4 явно преждевременно. Потому что теперь белым нет смысла ходить ферзь e4 раньше времени. И они начинают захватывать пространство. Пешки c4 и d4 называются висячими. У этих пешек есть и плюсы, и минусы. Есть даже книжка по типовым позициям Миттельшпиля, написанная опытным гроссмейстером Адрианом Михальчишиным в соавторстве с мастером Олегом Стецко, в которой он рассказывает про вот эти структуры. Главный недостаток этих пешек, они потому и называются висящими, что на них можно нападать по линии С, по линии Д. С другой стороны, вот так просто их отнять эти, хотя бы одну из них, нелегко. Но, а черным при этом надо все время считаться с тем, что белые отправят, так, давайте я красным цветом угрозу выделю, пешку D, скажем, вперед, D5, D6, проходная пешка D в Миттельшпиле очень опасной может стать. В некоторых случаях белые C5 ходят, создают проходную пешку C себе. Оба этих продвижения связаны, имеют как плюсы, то есть пешка начинает идти вперед, так и минусы, потому что, скажем, после d5 ослабляются поля c5 и d6, и если белые не смогли эту пешку дальше продвинуть, черные ее могут заблокировать и начать отнимать. То есть там возникают очень сложные, интересные позиции. Вот. В этой партии мой противник сразу же пошел, упустился в охоту за этими пешками. Значит, ладья c8, ход ладья c1 естественный, и вот, пользуясь тем, что ферзь стоит на d3, черные переводят ладью на d7 для давления на пешку d4. Очень логично давить именно на пешку d4, чтобы она не могла максимально далеко продвинуться, если ей придется идти вперед. Ферзь b1, да, кажется, что ферзя надо на e4 ставить, белые вроде туда его направляли. Я вам уже об этом рассказывал, что я хотел ферзя на g4 поставить. Но после длительных раздумий я пришел к выводу, что на b1 ферзь полезнее. Мне сначала надо вытащить слона для того, чтобы вызвать ослабление, чтобы было что жертвовать. Я же не буду ферзя на g4 жертвовать. А вот слона, ну, запросто. Ну, в партии так и произошло в итоге. Значит, последовал ход конь a5. На мой взгляд, тоже немножко неточный. Но, с другой стороны, у черных видно, что игра вполне комфортная. И, конечно же, выиграть они уже хотят ничуть не меньше, чем их противник. Поэтому решили сразу начать пристрелку к пешке c4. Пешка d4 надежно укреплена, то есть вот ход ладья c7 такой многоплановый. Ладья могла пойти на d7, но раз ферзь ушел с d3, черные перестраиваются для давления на пешку c4. Ее, конечно, белые защитили ходом конь e5,
И вот такая батарея рети, ферзь на А8, слон на Б7, давит на пункт G2. Главным минусом хода является то, что ход слон бьет G2, хода ферзь А8, является то, что взятие на G2 это не угроза. Белые напали на H7, и, конечно, в ответ на взятие на G2 сыграют D5 с нападением на слона, возьмут на H7, вернут слона на E4, у них мощная централизованная позиция, то есть таким центром у них великолепные шансы на атаку, то есть, конечно, черные на это пойти не могут. Пешка H7 висит, конечно, ход G6 более естественный, чем ход H6. Вот. Но теперь ходом слон F4 белые пригрозили взять конем на G6. И ответ ладья C на C8 показывает, что ход ладья C7 и ферзь А8, вообще весь этот план был черными недостаточно глубоко продуман. Потому что теперь ферзь А8 вне игры, а у белых появились ясные комбинационные возможности. То есть угроза конь бьет G6, потом слон бьет G6, неимоверно, на мой взгляд, опасно. И на месте черных в этой позиции я бы качество на F8 отдал. А после естественного хода ладья FD8 мы видим, что доска как бы разделилась на две части. Та часть, которая находится... Нет, давайте в другую стрелочку. И здесь желтую. На королевском фланге. И та, которая находится на ферзевом. То есть вы можете сказать, что на ферзевом, на королевском фланге у белых больше всего на одного слона. С одной стороны, будете правы. С другой стороны, нет. И белый слон давит на G6, и белый ферзь. То есть прямо с ферзевого фланга. Очень быстро может ладья по третьему ряду подключиться. Буквально один ход. И осталось только разрушить позицию черного короля. Но прежде чем жертвовать на G6, конечно, белые делают ход D5. То есть теперь угрожает DE, и потом после DE слон белым достаточно будет пожертвовать на G6 слона уже одного. DE, ферзь, слон бьет G6. И мат неизбежен. Черные вынуждены брать. И после конь бьет G6, висит слон на E7, надо брать. Слон бьет G6. Брать слона на G6 нельзя. Ну, понятно почему. На FG последует ферзь бьет G6 и молниеносный мат. Вот. Черные подключают ладью по шестому ряду. И после слон бьет F7, а другого у белых быть не может. Два слона зависло. Надо уничтожать, раскрывать короля противника. Теперь ферзь ворвался в неприятельский лагерь. И вот сейчас, особенно после хода ладья E1, вот это разделение по линии E особенно заметно. Черного короля защищает ровно один слон, а нападают на него ферзь, слон и ладья. То есть у белых в атаке, ну, сейчас ладья у черных еще включается, да? У белых в атаке лишний ферзь. Ферзь, ну, и ладья, да. Потому что ладья C7 короля, в общем-то, не защищает. Более того, мы ее ходом CD хотим отвлечь от защиты слона на E7. И выясняется, что черным очень трудно найти ход. То есть, в частности, на ферзь D8 белые просто сыграют... Сейчас вспомню как. То есть, помимо того, что у нас есть вечный шаг ферзь G8, ферзь G4, тут не исключено, что есть мат. Скажем, вот взяли на C7 и пошли слон G5. Нет, угрожает ладья бьет E7 с выигрышем ферзя, ну и вообще с матом. А хода ладья D7 нету из-за ферзь G8 мат. Вот, понятно, что ладья D7 ходить нельзя. Вот, то есть у черных возникают серьезные трудности. А как же вообще спастись вот от этого мата? По-моему, я еще какой-то форсированный вариант там считал. На ферзь D8. Не только ладья бьет C7 было. Ну ладно, сейчас вспомнить не могу. Мой противник решил откупиться качеством. У него огромный материальный перевес.
нельзя теперь бить на h6, потому что черные разменяются на c1, подведут ферзя на помощь королю. И хотя конь a5 и слон b7 останутся вне игры, в общем, белые могут себе позволить в этой позиции сыграть несколько иначе. Не ферзь бьет h6. То есть есть ход сильнее. Ферзь g8. И после король d7, ферзь g7, мой противник сдался. Висит на e7. То есть брать на c1 нельзя. Из-за ферзь бьет e7, король c8. Ладья бьет c1. Допустим. Какую фигуру отдадут? Ну, давайте ладью отдадим, да, потому что на конь c6 мы можем все равно же ладью забрать. dc, конь бьет c6, вот конь связан. И белые могут просто запустить пешку h, и не видно, как ее останавливать. В любой момент белые готовы разменять ферзей. То есть вот ферзь a8, загнанный в угол, по примерам Рети, по примеру Рихарда Рети, в общем, так и не вышел в игру. Вот. Да что, вот да вот, извините. Если же черные играют ферзь d8, то все намного проще. Белые бьют на e7, бьют на c7, бьют на e7. У них лишний ферзь. Играют ферзь f8, забирают на h6. И точно так же проводят три пешки. То есть в финальной позиции, такой нечастый случай, у черных три лишние фигуры. Но из-за вот этого вот уголка Дурова черным приходится сдаться. В общем, очень много удовольствия принесла мне эта партия. То есть, помимо основного, хоть и небольшого приза, мне удалось разделить приз за творческое достижение. Ну, финальная позиция достаточно картинна. Вот. Что вам еще сказать про эту партию? Надо сказать, что после этой партии я вообще начал чуть больше работать над шахматами. И следующий мемориал Чигорина мне удалось вообще выиграть. И, конечно, со следующего мемориала Чигорина памятные партии тоже будут прокомментированы. Ну, как минимум одна. Так, спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Евгеньевич Овечкин. До свидания.